По случаю Дня города и Дня металлурга с 12 по 17 июля для всех желающих будут организованы экскурсии на действующее промышленное производство «Северский трубный завод». В планах организаторов рассказать историю предприятия, как зарождалась металлургия, пройтись по Северской домне и музею «Малахитовая шкатулка», где собраны эксклюзивные экспонаты, связанные с Павлом Бажовым, его сказами и нашим городом. Сбор на экскурсии в Полевском будут проходить каждый день с 12 по 17 июля в 11 часов на аллее выпускников у знака Полевской Клатовы в поселке Березовая Роща. Билет будет стоить 300 рублей на одного человека. В сумму включен обед в производственной столовой и экскурсия по музею «Малахитовая шкатулка». Дорога до завода и гостевой маршрут – подарок от градообразующего предприятия. Приглашаются как взрослые, так и дети с 14 лет в сопровождении. Одежда и обувь должны быть удобными, практичными и закрытыми. Исключены шорты, платья, юбки в пол, белая одежда, каблуки и сланцы. Часть экскурсии пройдет возле раскаленной трубы. Будет жарко. Возьмите с собой воду. На экскурсию будут также приглашены жители Екатеринбурга и области. Для них сбор будет осуществляться у торгового центра «Дирижабль» в 10 часов.